Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, это Лорочка. И сегодня мы вам расскажем в нашем обзоре одежды и аксессуаров для собак DW про безопасность во время прогулки. Что мы можем вам предложить в этом случае. Значит, смотрите, какое у нас есть интересное приспособление. Если вы используете рулетку, то я знаю, что каждый из нас, или практически каждый, сталкивался с тем, что при каком-то рывке рулетка может выпасть из руки. И тогда, в общем, могут произойти какие-то неприятные события. Так вот, для того, чтобы это не произошло, у нас сейчас есть специальный фиксатор рулетки. Смотрите, как он работает. Вы его цепляете к рулетке, одеваете на руку, фиксируете. Вот, держите рулетку. Если вдруг рулетка выпала, упа, то она никуда не улетает, она остается. Сейчас я вам расскажу подробно. Лорочка, ты хочешь пойти? Ну, иди, посиди на столе. Садись. Посиди с нами. Вот, смотрите, я сейчас вам расскажу, как они устроены. Значит, вот такой вот фиксатор, да? Каким образом вы его одеваете на рулетку? Вот это более длинная петля. Вы ее берете, продеваете. Оп, фиксатор одет. Дальше вам надо одеть его на руку. Здесь, соответственно, есть зажим регулирующийся. Да? Одеваете на руку. Фиксируете столько, сколько вам надо. Есть украшения, можно без украшений, то бишь не обязательно. Посмотрите. Абсолютно простой, без украшений. Да? Может быть, выполнен в трех цветах. Бежевый, серый и красный. Может быть, с красивым, таким вот блестящим золотым фиксатором из бусины. Может быть, с абсолютно простым. Кому что нравится. Вкусы у людей абсолютно разные. Да? Вот, поэтому вы одеваете, фиксируете, берете рулетку в руки и безопасно, спокойно идете гулять. Не боитесь, что рулетка выпадет, собака убежит. И случатся какие-то страшные события, да? Поэтому мы очень рекомендуем наш новый фиксатор. Это очень удобно, просто. В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, покупайте фиксаторы, смотрите нашу одежду, аксессуары. Ну, а мы всегда с вами. До свидания.